Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики, с вами, как всегда, Сладкоежка. Сегодня с реакция на Вернама, почему Демон Лист такой плохой. Ну что ж, тема, конечно, интересная, поэтому думаю, то, что видеоролик будет прикольным и с хорошей познавательной информацией. Давайте посмотрим. Всем, ребят, желаю приятного просмотра. Всем привет, сегодня я разнесу МВЭ, но пока что мы поговорим о Демон Листе. Меня зовут Вернам, и сегодня речь пойдет о самой худшей шарашкиной конторе, которая когда-либо появлялась в Geometry Dash. Сначала были более-менее нормальные ребята, потом дурачки, потом... Не, ну я понимаю, в принципе, хотя бы чуть-чуть, о чем он будет говорить, да, потому что есть разные демоны... Вот, с разной сложностью, и где-то, можно сказать, демон то ли по сложности завышают, то ли занижают. Вот здесь, наверное, об этом будет речь. В главе листа стал Гэпс, и тогда все было хорошо, ну и сейчас мы имеем то, что имеем. Лист скатился в полное днище, и я расскажу почему. Приятного просмотра. Давай, давай. С чего мы начнем? Правильно, с величайшего, Аурелия. Думаю, многие понимают то, что он один из лучших демонслейеров на данный момент. Почему-то потому, что у него огромный плейтайм, который никто себе кроме него позволить не может. Но с чего же все началось? Да началось все с того, то, что он прошел The Golden. Разумеется, обиженные гамбургеры никак не могли позволить себе, чтобы допустить такого челика в лист. И что они сделали? Правильно, начали его вечно игнорить. Проявили свою полную... А, здесь будет речь про прохождение, ага. Полную несостоятельность, как команда модераторов Демон Листа. Просто офигенно, когда один... Не, ну модерация, конечно, есть разная. Судя по слухам, там есть и плохие люди, да? А есть и... нормальные люди, а вот. Плюс, что хочу к этому еще добавить, это вот про модерацию, которые оценивают уровни. Да, есть уровни шикарные, вот, их не оценивают. А говно какое-то оценивают, и причем быстро. Один видос и небольшой футаж рассматривают так долго, и в конце концов просто начинают игнорить. Вот вы заметили, как сейчас, когда вышел этот Sakupan Circles, ну, постановочный видос, они тут же накинулись, вцепились, начали что-то там искать, а вот в The Golden они ничего не нашли. Блин, но я не скажу то, что The Golden менее популярен, чем Silent Circles. И тут же начали просто игнорить. Игнорить, игнорить, игнорить. Месяцами, неделями и днями. Не давать никаких ответов. Это просто сборище непрофессиональных дурачков. И чем все закончилось, давайте я вам покажу правду. Так и телепрасти сломался и сказал все как есть на самом деле. Просто никто из стафов не хочет тебя видеть в Демон Листе. Ну, офигеть. Да, вы просто не хотите видеть и не хотите признать то, что чел играет лучше вас. И не более того. Идем дальше. А в принципе, какая разница, да, хотите вы видеть или нет? Ну, типа, если брать по-правильному, то он же прошел, как говорится, да, он должен там быть, да, и ваши вот эти принципы этого касаться не могут, потому что у вас есть должность, вы модераторы, да. Если человек прошел, вы должны проверить и добавить поинтер. Хотя найдутся люди, которые мне в комментариях будут писать, что никто ничего никому не должен. Но они модерация, ребят, вы сами поймите, да? Вот, это то же самое, что продавщица в магазине стоит, вот, ее задача продавать продукты, а она не хочет давать продукты, потому что она, например, имеет какие-то принципы, да? Она не хочет отдать человеку продукты, потому что у нее есть какой-то принцип. Вот не хочет она. Я лично так считаю. Вот скажите, пожалуйста, для кого секрет то, что в Demon List принимают своих друзьяшек просто на изи, а других челов рассматривают по 500 часов и игнорят? Ну не знаю, такое я тоже слышал. В этом и есть самая главная проблема Демон Листа. Он капец какой субъективный. Мало того, то, что они понагородили кучу дебильных правил, но об этом чуть позже, так и... Правил я вообще, можно сказать, не знаю, что там за правила. Я знаю, чтобы попасть в Демон Лист, надо играть без щитов, предъявлять пруфы и так далее. И они должны эти пруфы проверить, вроде так. Еще они принимают своих друзьяшек без дополнительных проверок, как я уже и говорил. Понимаете? Просто смотрите, если вы что-то одно хакнули, да? Вот смотрите, вы что-то прошли, вас добавили. Потом, если вы что-то хакнули, вы теряете репутацию. И потом к вашим последующим... прохождением будут очень сильно придираться, и я думаю, то, что будут игнорить вот больше времени.
блядь, это ненормально, когда какой-то орган, который претендует на официальность, мы ведь официальный демон из ГД, позволяет себе настолько предвзятое отношение к демонслеерам. Ты дружишь с Эйрили, ты дружишь с Вавом, ну все, мудила, никогда тебе не попасть в демонлист. О, ты подсасываешься к нам, это где Крайдер? Добро пожаловать, нет кликов, не проблема. Думаю, суть вы поняли, это просто максимально предвзятая шайка дурачков, которые не понимают своей ответственности, которые в целом не знают, что значит ответственность, но об этом опять же дальше. Дальше у нас идут очень веселые баны в демон-листе. Считерил, когда был ноунеймом 100 лет назад какой-то изи уровень, лови бан на 3 года или вообще нахрен навсегда. Баны в демон-листе никогда и ничем не регламентированы, они выдаются просто на рандом. Банят челиков за сторонние причины не из ГД, стараются скажут... Капец, а зачем так делать? ...каждым разом добавить все больше... Я больше чем уверен, что из моих подписчиков кого-то 100% забанили в этом листе, да? И они напишут в комментариях это. ...и больше тупых правил. Бан за то, бан за это. Вот сейчас курс это будет Майхем верифать, придется ждать, пока его разбанят. То есть чел один из самых скиллов игроков ГД, но из-за того, что он хакнул... Его разбанили вроде. ...несколько лет назад. Ну потому что он как-то же играет сейчас. Или нет? Его забанили сколько там, на 2 или 3 года. Это просто жесть. Ну и, конечно же, админсостав демон-листа. Это 20-летние челики, которых просто отбросила жизнь, и они сидят, не выходя из своей комнаты целыми неделями. Просто сборище откровенно стрёмных людей, с которыми довольно страшно общаться, потому что, ну насколько у человека должна быть каша в голове, чтобы он вел такой образ жизни. Да, это, конечно, переход на личности, но давайте не будем жить в маниверке. Реальная жизнь человека о нем говорит гораздо больше, чем его онлайн-образ. Если человек чмошник в реальной жизни, скорее всего, таким же чмошником, а то и хуже он будет и в интернете. И при этом напоминаю, ребята сидят дома 24/7, и у них... Насчет чмошника я согласен. Нет времени ответить русским демонслеерам. Это ведь не только с Вавом, есть куча и других примеров, когда челики приходят в демонлист и их просто игнорят, потому что вот так вот они захотели. Ну и, конечно же, отмазки. Не так давно ваш верный слуга, то есть я, имел честь разговаривать с Блидзером, хедстафом демон-листа. Я сказал, у вас капец какая непродуктивная команда, вы ни хрена не успеваете. Угу. И интересно, что он тебе ответил. Если не можете, это просто бред. Залетает Блидзер и говорит, я не могу ничего изменить. Господи, чел, да просто ты пытаешься все свалить на других. Мол, ой, у меня недостаточно. Ну ты же админ, ты должен как-то что-то пытаться хотя бы изменить, а не писать это сообщение. Достаточно власти, мне не позволяет старшее руководство демон-листа. Чел, у тебя хедстав, возьми, пожалуйста, яйца в кулак и что-нибудь сделай. Так они и живут. Я не виноват, моя хата с краю, ничего не знаю. А чья хата не с краю? Об этом уже вообще никто ничего не знает. Почему? Да потому что всем просто насрать. Это сборище додиков, которые пытаются хоть что-то из себя представлять, для которых демон-лист это не ответственность, а только какие-то поблажки, мол, о, приму своего друга-дебила в демон-лист. Короче... Понятно. В сути вы поняли. Просто отвратная Шарашкина контора. У меня все. Всем удачи и всем пока. Да уж, тема, конечно, была интересной. Дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать насчет данного видеоролика. В принципе, Вернам нормально и достойно преподнес информацию. Было интересно посмотреть. Многие случаи я слышал от своих подписчиков, можно сказать, да, вот, но подобные к этим, вот. И очень печально то, что есть такие модераторы, которые вполне не хотят ничего делать, вот, и проверяют своих друзей намного быстрее, чем жестких игроков, которые сделали большие подвиги, да, они их проверяют очень долго. Печально, но мы на это, как говорится, никак не можем повлиять. Не знаю, этому видеоролику год. Может, как-то что-то изменилось с тех пор. Напишите в комментарии свое мнение. От души вам огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мнение, как обычно, насчет моей реакции, насчет видосов, комментарии. Буду ждать. И всем удачи, ребят, и всем пока-пока.